Мы посчитали, что производство шоколадных плиток более выгодно, потому что автоматизированное производство и задействовано меньшее количество людей, поэтому издержки минимальны. Што такое бізнес-планаванне, Алексей Грыб пакуль ведае толькі ў тэорыі, але выпускнік брэсцкага ліцэя ўпэўнены, практыка яшчэ наперадзе, тым больш, што ў галоўнай кузні кіруючых кадраў краіны ўжо бываў на навукова-практычнай канферэнцыі маладых навукоўцаў. Тады каманда брэсцкага абласнога ліцэя стала лепшай. Управленцем я планирую, так как я собираюсь поступать все-таки в IT-область, ну, то есть на программиста, и в будущем собираюсь, ну, управляющим компанией становиться, ну, то есть мне это полезно. У областным лицее займаются профильно. В этом году за месяцы у аудиториях высших навучальных установ будут змагаться 140 выпускников. Школьная академия керования – проект прав ориентационный. Инициатор – Академия керования при президенте Беларуси. ВНУ на 5 таких пляцовках отбирает учнев с видовой вочными лидерскими якостями. Про своих будущих абитуриентов клопотится еще со школьной лавы. Дети имеют возможность узнать, как проходит образовательный процесс в Академии управления, как там организованы занятия, какие возможности, на какие специальности в дальнейшем они смогут ориентироваться. У спісе факультатыўных дысцыплін работа з вопытнымі псіхолагамі, асновы прафесійнай дзейнасці, развіццё прамоўніцтва, наведванне прадпрыемстваў і арганізацый. Управление – это специфический род деятельности, подготовку к которому можно начинать, как в принципе и к любому другому, достаточно рано, буквально со школьной скамьи. И мы это делаем. Занятия в школьных академиях управления, на них приходят учащиеся от 10-11 классов. На этом мы не останавливаемся. Отдельные занятия, отдельные мастер-классы посещают также учащиеся 8-9 классов. Первые выники совместной працы ВНУ и школ покажет уже сёлетняя уступная кампания.